Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Башида и Дмитрич. И это канал Дми Ван Геймс. Да, совершенно верно, ребята дорогие. Всем привет. Ну чё, Лёх, готовь к боли и страданиям. Давай попробуем, что там ещё сильнее. Если мы пройдём с тобой финалку Судного дня третьего акта, то тебе уже вообще ничего не страшно будет потом. Но прежде чем мы начнём финалку, нам нужно с вами, конечно же, сделать задание с Валатором, то есть самолётом. И пока мы идём туда и брать задание, хотелось бы ещё раз сказать то, что ваша поддержка очень важна, поэтому не забывайте ставить свой лайк и подписываться на канал, ну и, конечно же, оставлять свои комментарии под видео. Это очень помогает, воодушевляет и дает нам возможность, ну, узнавать что-то новенькое. Запускай последнее задание, и сейчас кого-нибудь позовем. Воздушная оборона называется. Ну что, ребят, мы взяли, ребята знакомые уже нам по прошлым делам, и, тем не менее, кто зашел, тот зашел. Так, Лёха, сейчас мы должны добраться до аэродрома Треворского, ну и усесться в самолёт. Мы вроде как выяснили, кто у нас пилотом будет. Я, наверное, на байке поеду. А ты тоже байк вызвал? Да-да-да. Давай, поехали. Главное, не убейся на нём, Лёха. Потому что это тебе не байкер взбивать. Здесь чуть-чуть ситуация другая может быть. Вообще, знаешь, задание несложное. То есть кто-то летит, там бомбы метает, а мы отстреливаемся от самолетов и вертолетов. И все. Я больше за финалку боюсь, нежели вот за эти все заданицы. Потому что финалка это, конечно, совсем другое дело. Не, в финалке, знаешь, я готов взять на себя вообще бремя взламывания этих серверов. То есть это я делал, я сам разобрался как-то, помню, мы снимали тоже видос. И сам все сделал. То есть это я могу на себя взять. Где тут вход-то? Во. Ну как тебе аппаратец, Лех? Как лететь, говорите, чтобы стрелять было удобно? Да просто летай там по кругу, блин. Подожди, ты что ли на бомбовом отсеке? А, на Е нажимаю сейчас я. В общем-то, у меня пушка поднимается только вверх. Лёх, так что учитывай, блядь, сей факт. А, я буду бомбить, что ли, получается? Чё? Да, наверное. Ой, я начал сбивать вертолеты. А, у него пушка снизу, у меня сверху. Давай, вали эту хрень, вали её. Лёх, короче, тебе нужно как-то заранее при подлете к маячку, там он мигает красным, начать обстрел, потому что он разбрасывает не... Он не один снаряд бросает, он бросает и сразу несколько в длину. А, все, ага. Ну, пробуй, всё, короче. Всё, понял. О, так, я вертолет один сбил. Я что-то убил. Вот, прикольно. Блин, Лёха, молодец ты. Офигеть. Так, хорошо. А, давай еще. Блин. Давай, давай, может быть это твое призвание, может быть будешь потом бомбометателем. О, я пнул уровень, у меня 71-й. Хорошо, замечательно. А, не пробил. А, ну, видишь, он тоже по турели колбасит. О, да, я тоже товарищ. Убил. Да. А? Блин, слушай, я никого сверху не вижу, у меня ни одного вертолета сверху нету. Они все еще убил. А, давай. Ну, пониже, ну пожалуйста. Ах, давай, ну давай, не давай, достаю давай. Я, ну не достаю давай. Я до него, что ж ты будешь делать-то? Опусти, жопу опусти. Опусти жопу. Блин. Мимо проехали. Ах, ну ничего, собьем. Тут, в принципе, времени у нас нет, главное свой транспорт не расхреначить. Давай, говно. Летит, а он это, попасть не могу. Так я тоже не могу попасть, Лёха. Он то влево, то вправо. А, есть, всё, добил. Отлично. Три цели осталось. Вот оно, твое призвание. Блин, за нами самолеты теперь летят. Где они? Я их не... Стреляй. У меня пушка, понимаешь, сверху. Я ее не могу вниз опускать, а они ниже летят, чем надо. Ну, давай пониже. О, хорошо. Ах, этого не достаю нифига. А, он все равно разбился. О, давай, мочи сейчас. О-о-о. Ох ты, ни хрена. Что это было? Еще три осталось там. Три. Ты прям по карте ориентируйся. Еще одна. Все, да. Это все задание, Лех. Сейчас избиваем одну, и надо вернуть самолет на место. И все, это все, что надо. Леха, ты молодец. Ты просто топовый чувак. Спасибо. Мурр! Да, именно.
Так, теперь нам надо сесть на полосу, но еще сесть нам надо. Ну ты понял. Эй, заезжай жопой. Все, задание выполнено. Да. Кто платина? Ты, кстати, можешь быть платиной. Вполне. Эй, блин, ну я должен был лететь. Да ты вообще, у тебя руки из жопы, ни хрена ты не можешь, блин. Агент 14 сидел бы и молчал бы. Пусть ребята займутся делом. Да ну, блин. Пойду тогда мороженого наемся. Это Лестер, что ли, там базарит? Короче, ребята, ждите следующих сообщений и встретимся у вас на базе. Подготовительное задание пройдено. О, кто платина? Кто платина, блядь? Как я вас сделал. Вот это понимаю, блин. Тудун, 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 тудун. Так, ладно. Начинаем. Так, все. Видишь, их автоматом приглашает. Ну что ж, Лёх, с Богом, что ли? Ай, блин. Придется еще инструктировать немножечко ребят, потому что, видать, один точно не играл, а второй тоже неизвестно, проходил он, не проходил. Наверное, проходил, потому что он молчит. Сейчас нам нужно добраться до некого места и забрать там, выбрать там из двух транспортов, либо БРХ, либо танк. Я рекомендую всем брать танк, потому что на танке, ну, проще добраться. Я все-таки надеюсь, что мы все-таки не будем 2 часа это делать. Не будем 2 часа проходить всю эту хрень. Так, а куда ты за ним поехал? Эх, байкеры едут, а я сам на байке. Ну, какого хрена, блин? Хочется настроения. Во, второй байкер уже. Можешь его попробовать с пулемета убить хотя бы. Хотя это не тот эффект. Лучше, конечно, когда ты так его сбиваешь. Если не знаешь, как ехать, ставь метку себе. Потому что я, в принципе, по памяти еду. У меня тоже нету метки, потому что они уже доехали туда. Так, я тогда поведу. Ну, езжай, никуда мы от тебя не денемся. О, я все-таки байкера долбанул с пушки. Танк Хинкали. Эй, что это такое? Ну, у тебя будет сейчас либо пулемет, либо еще что-то. Канжали, да. Да, у меня пулемет. Так, мне надо развернуться, мне показывают в другое место. Ну, пока мы еще здесь на улице ничего, вот когда уже едем во вражескую территорию, там, конечно, да. Там очень много надо и стрелять, и на карту смотреть. Там еще помимо стрельбы будут задачи, там надо будет взорвать какие-то припасы. Я его остановился. Ты его выписал, да, с этой жизни? Упал, все. Главное поднять себе настроение перед началом жести. Не знаю, я вот сейчас боюсь, а потом окажется, что мы сейчас первого раза сделаем все. Танк сделан как фантастика, да, уже, вот, по идее? Не, на самом деле, Леха, есть такой реальный танк, по-моему, польский. По-моему, польский есть танк, который сделан... Не, пушки такой нету, конечно, но вот сама вот это, сам корпус вот этот танка, он есть такой. То есть это не просто они из головы его взяли. Пушки, конечно, такой нету, рельсотрона. Так, вот здесь где-то вход сейчас будет. Нужную нам зону. И там надо будет... Во-во-во. Море. Ничего себе. Так, все. Мы в горе. Теперь надо будет долбать врагов, которые будут сейчас по пути. Ах, начинается веселье. Тут одни киборги, Лех. Так что убивать их будет тяжело. Так. Они тут свои бомбы разбрасывают. Нахер, я сказал. О-хо-хо-хо. Вот это весело. Вот это я понимаю. Давайте следующий. Это икшончик. Кто следующий, о, мать ваша? Ну ты смотри там, у тебя же пулемет крутится. Тем уже не париться по этому поводу. Ох ты. Офигеть. Нахер, я сказал. Ах, тут знаешь, все хорошо, но тут очень чекпоинта далеко. То есть тут, чтобы доехать до этого места и вообще дойти до следующего этапа, нужно будет
очень далеко пробраться. Нахер. Я, короче, стрелять уже не буду, все, я все понял. Да, чё тут уже особо стрелять-то? Сейчас я раздолбаю этих, вон там уже тупик должен быть, по идее. Их назад-то. Я не могу ни вперед, ни назад. Я тоже так не вижу нифига. Блять. Может, надо выйти уже, а? Да куда ты выйдешь под миниганы? Одного убили, надо второго добить. Попробуй налево-направо там этой кнопки подергай. Да и я это, не едет он, все. Не могу, у меня труба мешает. А все, он убит, вылази. А, все. Ребята, теперь осторожнее, тут очень жестко, бери пулемет обязательно. Ну ладно, ребята, может как-то с минигана посподручнее им будет. Ест, гранат кидает. Там кто-то есть еще вдалеке. О, убили вроде. Тут очень далеко чекпоинт просто. Понимаешь, чтобы тут дойти до нужного места, это упаришь. Вон он этот. Слушай, они бронированные вообще нагло. А, я одного хоть убил. Сейчас идем. Тут есть прямо проход, есть чуть-чуть левее. Давай, они пойдут туда, мы пойдем сюда. Тут надо уничтожать вот эти штуки, ящики уничтожать. Но там еще есть проблема впереди. Так, старайся всех валить, кто есть. Так, вот там еще есть. Ты уничтожил? А, мы еще не дошли. Давай я сейчас туда гранату просто брошу. Ух ты. Так, все, я уничтожил. Ага. Леха, осторожнее, следи за жизнями, следи за камерой, за картой. Тут надо очень за всем следить, иначе может быть совсем все печально. Так, этот не умер, по-моему. Да, тут лучше в голову стараться попадать. Ага, о, блядь, окей, если... Так, все, убили. Готов. Поешь. Да и у меня и так отрегенилось. А еще, о, тут, убит. Тут важнее, знаешь что, важнее... Не-не-не, все. Так, нет. Ну пошли. Да, пока никого нету. Ты, главное, поосторожнее. Там еще миниганчики будут готов, где-то готов. Там. Так, отлично. Главное выполнить задачу, Лех. Неважно, кто кого убьет, кто кого не убьет. Поем, главное... погоди. У меня, в принципе, много чего. Так, я прячусь. Тут можно перейти, кстати, к нашим ребятам. Но нам лучше, наверное, сюда пройти. Так, одного убил, второй, по-моему, нет. О, есть, второго убил. Блин, хорошо, что я пушки свои прокачал. Вот это вот очень полезная вещь. Ну, тут вроде нет никого, я не вижу на карте. Есть там сейчас. А, вон там дальше есть. А, эту взрывай, или я взорву? Взорви. Брось туда и взорви. Только сам рядом не стой, конечно. Так, есть. Все, теперь нам надо соединиться с нашими ребятами в бункере. Ой, блин. Бежим. Стой. О, вот их видно отсюда. Они на мосту наверху. Там мосток есть такой. Смотри. Ага. Он прячется там. О, все, добивай его. Его уже нет, все. А, его уже нет. Там осторожнее, они сверху тоже есть там. Так что ты не лезь. А, есть. Готов. Ты не лезь, главное, слишком быстро. Сейчас мы уже к ребятам должны выйти. Вон наверху. Да, готов, все. Так, есть, нормально. Пока двигаемся. Нам бы до чекпоинта дойти бы хорошо было бы, чтобы заново все это не делать. Пошли, они нас ждут. Походу, нам уже здесь нечего. Видишь, они их перевалили уже. Все, они прошли. Все, вот это чекпоинт. Фу, блин, слава богу. А дальше будет самая жесть, Лех. Они будут там бесконечны. Вы не взломаете эту дверь, человеки. Я вас всех уничтожу, вы дебилы. Да ладно, мы сейчас вскроем все это дерьмо твое. Ничего вы не вскроете, я умнее вас. Нет, Клиффорд, не открывай. Я открыл. Я умный. Клиффорд, ну ты и дебил. Все, короче, Лех, начинается самый писец. А, куда бегу? Прячься, Леха, тут тебя грохнут, ты не заметишь. Тут надо очень осторожно. Тут они и сверху, и спереди, и сзади, и внизу, и вверху будут. Так. А что вообще делать надо? Девать после игры, и все. Так, нам нужно прорваться наверх. Он его и убил, наверное, этого. Не-не-не-не-не. Справа, сверху один еще. Сзади тебя. Справа? Да, сзади тебя, там.
Я убить его не могу. Я вижу, он наверху где-то там прячется. О, я убил, все, убил его. Так, пошли. Пошли за мной. Ай, блин. Ну нахер. Так, доберитесь до второго этажа. Доберитесь до сервера. О, короче, тут бежать надо, Лёх. Тут стоять смысла нет. Тут надо бегать. А, кот здесь, убежал, здесь да? Нужно просто бежать. О, нифига себе. Так, я ломаю сервер первый. Давай я пока... Короче, прячьтесь. Тут у каждого сервера есть комната, Лёх. Тут в этой комнате можно... Давай. Так, подожди, узел. Есть. Нихера, а где все люди вообще? Отменить выбор. А, меня стреляют. Прячься, Лёх. А, вы все ушли уже? Ай, в общем-то, я сейчас попробую тут все сделать, что надо. А, ребята, блин. Напиши им это, чтобы вы у меня я все... Я не могу, меня окружили все. Ну ты это, я взломал первую. Что написать? Мне надо не написать, мне надо, чтобы меня не грохнули сейчас. Так. Ну, напиши просто, у меня тут за место такой пес. И надо к следующей идти. Пошли к следующей. Я один против всех. А какого хрена ты с нами не бегаешь, Лёх? Ты мне скажи. Потому что я отстреливался. Не надо отстреливаться, тут надо бегать. Тут стрелять вообще не надо, ни хрена. Понимаешь, они что, бесконечные. Меня убили, все, меня убили. Лёх, я ж тебе сказал, они бесконечные, Лёх. Они не будут кончаться, ты будешь в них стрелять, они будут переть из дверей и все. Просто бегай за нами. Мы когда с Серёгой проходили, мы тоже пытались отстреливаться. Это заканчивалось всегда тем, что мы просто сливались и все, потому что враги бесконечные. Убивай только тех, которые прямо перед тобой стоят. Так, все, я взломал первый. Все, первый взлом. Сейчас быстро бежим ко второму. Сейчас на зеленую метку. Ой, блин. Так, уходим. Блять. Да что ты встрял-то? Тут главное бегать, короче. Понял, да. Единственное, то, что это... По краю бегаем, то есть по кругу. По центру не беги, а то тебя со всех сторон раздолбают там. Вот почему я там и встал, блин. Тут там, блин, находится. Ломаю второй, Лёх. Давай. Прячьтесь там. Главное, держитесь вместе. Вас не убьют, если вы будете вместе. О, этот потяжелее будет, короче. Так. Давай тогда. Сейчас вот так вот сделаем. Тут проблема в том, что... У нас тут столько проблем появилось. Ты ломай, у нас время пока есть, то есть ты не парься пока. Фух, так, третья. По-моему, их 4 должно быть. Я не знаю, хватит ли нам времени на это дело. Надеюсь, хватит. Так. В принципе, если я сейчас с первого раза сделаю, нам, наверное, все-таки хватит времени. Так, идем дальше. Здесь круговая, я смотрю, херня. Так, все, эту я сделал. Но если там четвертая, я, наверное, не успею, скорее всего. Побежали как-то вокруг, я не знаю. Только если будет легкое что-то, Лех. Если сейчас что-то легкое будет, я сделаю. Ну, сейчас, если получится, блин, сделать так, что... Я постараюсь, Лех, очень постараюсь. Так, теперь куда мне надо? Теперь мне надо развернуть сюда эту фигню. Давайте, еще время есть. Так, эту я сюда воткну. 2.20. Все, Лех, если я сейчас последнюю ломаю, то тогда будет все хорошо. То есть мне только последняя осталась. Давай, тебя еще минуты 20. Так, давай. Давай, мэн, все от тебя зависит. Все сделал. Леха, я сделал это. Я это сделал, Лёх. Все, они теперь не будут бесконечные. Сейчас всех убьем, и они перестанут появляться больше. То есть спавниться больше не будут. Все, давай, нам сейчас нужно будет это подняться наверх, по-моему. И там нужно будет убить 3 грузовика с серверами. Поднимайся наверх по лестнице. Там нужно будет это найти цели и их раздолбать. Так.
Мне тоже надо подойти к консоли, да? Да, занимай свободную. Только учти то, что пушка стреляет не сразу, то есть там 3 секунды, то есть сделай упреждение. Так. О, есть, он С. Сейчас долбану. Это не зеленая, так. Так. О, есть, я убил. Еще одну. Все, С осталось. Теперь, короче, бежим вниз, и там будет наподобие Богдана, как с подводной лодкой. То есть нужно будет бегать по коридорам и валить товарищей. Больше поддержки не будет у них. Так. В общем-то, теперь надо валить всех и продвигаться вперед. И нужно всех там убить. О. Угу. Пошли. Есть. Тут народу будет, ну, так себе, знаешь, не то, чтобы прям много. Я вообще никого не убиваю, то есть у меня даже шансов нет кого-то убить. А я за ним тоже не вижу нихрена. О, кого-то убил, блядь, ну, слава богу. Ну, слава богу. Так, все, надо до шахты добраться. По сути, Лёг, все самое сложное мы уже сделали. Открываем. Эй, дебилы, вы меня никогда в жизни не догоните и не поймаете, поняли? Потому что я самый богатый, блин. Удачи, идиоты. Блин, как будто из контры, блин, персонаж. Лёх, управление у джетпака такое же, как и у вертолета. Так что имей в виду. Погнали. Вон, видишь, там вертолеты есть. А, чтобы быстрее полетели все. Так. Блин. А, его сбили уже. Нормально. Короче, надо догнать этого гондона. Много очень вертолетчиков-то появилось. И не все дружелюбные. Тебе хочу сказать. Давай, Герц. Ух ты. Валите Герца. Прям возле меня прям. Так, во, убил Эйвона. Отлично. Ну чё, все, мы разобрались с этими дебилами, уничтожили Клиффорда и убили Герца Эйвона. И все, теперь все будет нормально, конец света предотвращен, и мы можем спокойно теперь жить. Осталось только встретиться с ребятами, которые все это сделали, и сказать, что они молодцы. О, я что-то быстрее прям полетел, слушай. Не, а почему все быстро полетели, я так медленно лечу? Ты высоко, я, наверное. Опускайся. Ты вперед не держи, просто опускай. Вы тут находитесь. Мы уже все, мы уже закончили. А-а-а. Сажай сюда к нам и все. А, все вижу. Ладно, вы вернули все ранцы, поэтому может быть все нормально. Так, сейчас с вами встретятся нужные люди и скажут, что... Эй, ребята, я был с вами там в душе, короче, ну, у меня не получилось присоединиться к вам. Да ты вообще ни на что не способен, идиот, блин. Только место занимаешь и зарплату получаешь ни за что. Ну что, мистер Крест, вот ваши ребята, да? Я же вам говорила, что они самые лучшие. Да я и не сомневался, я просто их подначивал, чтобы они лучше работали. Да ладно, я видела в твоих глазах, что ты не веришь, что они справятся. Да я всегда так делаю, я очень хороший актер, да. Я же Лестер, самый известный, мать его, чувак GTA. В общем-то, вы молодцы, ребята, что спасли мир. Я вам очень признателен. Ну, конечно, они спасли, ну а бабло-то где? Мы хотим получить свои деньги, и я в первую очередь, дамочка. А ты что сделал? Слушай, блин, твоя рожа меня уже надоела, самодовольная, блин. Да чё я? Да ничего, просто вали отсюда и все, и мы на этом закончим. Я еще вернусь. Так, ладно, ребята, в общем-то, вы сделали очень крупное дело, вы провернули очень большую вообще операцию. Ну, я пошла, потому что у меня есть дела поважнее. Посмотрите на этот город. Какой он классный. Да. Ну, это ничего страшного. Пошлите прогуляемся со мной немножечко. Я вам расскажу о смысле жизни, о сути и о том, чем мы будем заниматься дальше. Хоть мы и спасли мир, но это не говорит о том, что у нас не будет больше работы никакой. А почему кто-то в шлеме, а кто-то без? Ребят, скажите мне. Вы как-то не смотритесь, как команда-то. Эх. А помните, как мы фоткались здесь с вами ночью? Да,
делились переживаниями. А, это не вы были, да? Блин, все путаю постоянно. Ладно, удачи вам всем. Так, о, мы с тобой хоть раз побратались, блин. Да. Этап сценарий судного дня пройден. Так, теперь бабло главное. Потенциальная доля 1.5 лимона. Добыча. Ляма, да. Ваша добыча 275. Вспомогательная роль. Общий денеж. Подожди, а чего у меня так мало-то? Ты мне точно 30% дал? Что-то у меня мало денег. Не, да. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы закончили судный день от начала до конца, и теперь Леха может отменять копов нам бесплатно, и в принципе у него теперь все хорошо, то есть база у него полностью заполнена и трофеями, и народом, ну и по большей части, Лех, скажи хоть как тебе вообще в общем все это и финалочка? Жесть, конечно. Но я думал, еще будет жестче, короче. Как говорят, глаза боятся, а руки делают. Так что я думаю, все мы преодолеем. А дальше будет легче, я тебе говорю. У нас уже таких заданий жестких не будет, по крайней мере, пока их не добавят. Хочу попросить вас поставить лайк, написать свой комментарий, а кто не подписан, подписаться на канал. Скоро мы будем делать новые дела. У нас еще есть чем заниматься, слава богу. Ну и, конечно же, не забывайте поддерживать. Это очень важно. Всем до новых встреч, ребят. Всем пока-пока. Это что было?